Попка представляют. Ай, покрышка. Так, погромче сделаем. Врум. Нюхает. Тако. Скушай меня. Ну давай, жри. Должно быть вкусно. Все, и спать. Зомбари наступают. А, можно было нажать, чтобы скипнуть. Ну зачем? Да. Добро пожаловать в растение против зомби 3. Ну, добро пожаловать в зомтопию. Я буду это так называть. Зомботопия, во. 3 месяца спустя. Ох, какая графика неплохая. Погнали. Ну и диалог. Ау, диалог. Ох, какое лето! Эй, дядя Дэйв, ты не понимаешь, сколько я нашла друзей в этом лагере. Черт, что за хрень здесь произошла с этим местом? Посмотри на это. А, это зомби, они вернулись. Но Нейборвиль был защищен от зомби годами. Я должна прийти к дяде Дэйву, в дом дяди Дэйва. И, короче, надо защитить его, ведь я всегда ношу с собой пакетики с семенами. Зачем тебе в лагерь семена, я не знаю. Погнали. О, мне нравится дизайн подсолнуха, но вот горохострел, ну, божество. Дорожка. Я солнце хочу собрать. Ладно. Да. Да. А чё я его сюда не могу поставить, ау? Так, ладно, так я могу садить. Да, жди, когда горох... Так, сразу перемотку нафиг. Не, я сюда хочу, ау. А если я не хочу ставить, а? А, все замедлилось, да, не будет ничего. Горох жестко флексит. Зомбарь с волосами, имбо. Брейнс. Мозги. А, все? А, не все. Ой, игра, хватит. Задолбал. Ура. Да, чпон. Солнце. Финальная волна пошла. Хатфу, хатфу, давай, хатфу. Мне еще не нравится, что вся игра дергана. Какая-то ошибка. Нет, я хочу симметрию. Дайте еще солнце. Я хочу посадить горошек. Да. Ну, мне звуки нравятся. Чпак-чпак. Ладно, дорожка пройдена. Я буду так озвучивать. Так. Спасибо. Ура. Какие-то так аккредиты. Ладно. Фигня, этот уровень там было написано, что мол, как у тебя уровень? Фигня. Так, окей. Я нашла билетаку. Нормально запевает она. Сделай, дай мне еще несколько билетиков и помоги мне найти дядю Дэйва. Короче, так, нажать. Ладно, жмем. Давай. Походу, дядя Дэйв давно не изменял табличку. О, Homescapes, имба, или Gardenscapes. Мне это больше нравится. Давайте вот зеленую поставим. Почему дядя Дэйв не обновлял эту хрень? Ведь зомби же вернулись, я должна проникнуть в его дом. Капец, реально все похоже на Homescapes или Gardenscapes. Не открыто, не это, закрыта дверь. Может быть, я все. Я мой дядя, собака. А, скример Дэйва. Страшно. Чё? А, даже на кнопку нажать нельзя. О, стена орех, привет. А чё? Спамим. Такс. Погнали. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Мо. Чё-то какая-то Мо. Я не прочитал, но ее зовут Мо. Короче, она будет на первой линии, где зомби близки к прорыву. Почему так долго? Дать мне перемотку. Кар, кар, кар. Даже птицы кричат. Даже
Ворона кричит гром. Это быстрее, господи, что не собрала. Язык запутался. Так, орещик. Нифига, орех быстро перезаряжается. Ну, у меня быстро перевод, но он быстро перезаряжается все равно. Ой, бип, а я могу его лечить? Извиняюсь. Ладно, мне кажется, он добьет вот этот горошек. Вопрос, а волосы, они вообще что-то меняют на зомби? Или это как стандартный зомби, только с прической? Горошка пройдена! Сколько надгробий. Пин-пин-пин. А еще один. Так обелит. Так обелит. Так обелит. Кажись, я нашел, короче, еще один билет дяди Дэйва, который так, короче, я нашел, нашла, извиняюсь, у женщины. Так, найди дяди Дэйва. Мои, ты что, офигела? Ладно. Неправильно, не, короче, все, инопришеленцы, я пересмотрел телеканал РЕН-ТВ. Посмотри, ты что, не видишь слепой овощ? Неправильный пароль, я ничего не понимаю, почему, что происходит, ты дебил, я Патриси Блейзинг, я Патриси горячая штучка. Ладно, короче, я Патриси Блейзинг, мой дядя живет здесь. Патриси Блейзинг, я Мо, я превращу тебя в мульчу. Не надо превращать меня, короче, и все, ты в мульчу превратишься, собака. На них можно тыкать вообще? Ой, ну я могу приближать. Я тыкать не могу на них. Бан. Ни хрена себе, тут, конечно, все мраком покрыто. Смотрите, тут все прогружается, ёпарасоте. Да, много тут, конечно, прикольных штук. Так. Ну ладно, о господи. Так, ладно, погнали дальше. Там вон я видел Дэйв, Дэнни не завален. Как интересно! Так, как интересно. Да, да, я правда английский не шибко понимаю. Но я как-то перевожу, да. Уровни короткие, шибко. Хочу, хочу, молодец, молодец, хочу, хочу. Хочу ему в хлебальник. Ай, солнце. Все, спасибо. Жесткий звук, конечно, у зомби, когда они вздыхают. Капец, я не успеваю оборону выставить. Дорожка пройдена. Какая-то, стоп. Только сейчас понял, что правильно не дорожка пройдена, правильно лужайка зачищена. Ну, я, конечно, горе переводчик. О, уже 1000 монет. А, загружается. Ну ладно, дайте билет. Пожалуйста, не превращай меня в мульчу. Какой, ну дай его пароль, Граггл. Неверный пароль, сейчас я превращу тебя в мульчу через 5, 4, 3. Блум, бл, 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 бл. А, точняк, така. Ворот правильный, все сохрани за мной. Пошли за мной, миссис Патриси Блейзинг. Все с тобой нормально. Теперь ты покажешь мне. Короче, бла-бла-бла. Покажи мне, где Дэйв. Вот он, завален дынями. Создатель Дэйв уже провалялся здесь 89 дней, 6 часов и 26 минут. Дерьмо! Это очень долгое время для дяди Дэйва. А я не могу переводить. О, я могу? Нет, нужен один так билетик. Ступи, я какую-то вкусняшку получу. Ого. Интересненько. Ну, о! Бамбушуц. Как его перевести? Короче, афганский бамбук. Будем тебя так звать. Да знаю, это... Кучит. Он безумный. На. Это неплохой чел, честно. Да, да, да. А, можно пропускать вот так. Так, ну с этим кирдык. Хочу. Да не кирдык еще.
Пизды на орех. Не, я не могу его вылечить. Вот так, на хлеборезочку. На. Вот так. Не, на. О, все, начинает жрать. Так, ну здесь не пройдешь. Ты не пройдешь. А интересно, по площади фигачит? Нет, по площади нет, фигачит. Дорожка закрыта. Ну, буду дорожкой называть все. Надо гробе. Халява, халява, халява. Так, продолжить? Не ровно. А, что, так тоже можем? Ладно. Угу, так. Давай. Дэйв! Проснись, собака. Проснись. Короче, нет эффекта. Я не знаю. Короче, я сейчас буду тебя мульчировать. Иди в жопу, мне надо дядю Дэйва разбудить. А, я знаю. Мы возьмем, короче, вот эту хрень. Я не знаю, зачем. Сделать айскрим сирен. А нафига? Нафига мороженое ему нужно? Чё? Ладно. Так, погнали. Больше... Да ладно! А вы знали, что больше подсолнухов дают больше солнца? Шок-информация. Офигели всем ПВЗ-комьюнити. Всем ПВЗ-сообществам. Это просто необходимая информация для всех. Не. Бамбук крутой, жаль, что он по площади не бьет. Так, имба, дорожка зачищена. Натуробия. Чпок-чпок, монетки. Да, халява, спасибо. Да, давайте быстрее. О, круто. Какие-то вкусняшки, давайте. Ну, тут активаторы будут, я вижу. Да, спасибо. Да, мне пофиг, я знаю, что если я просру, то все, у меня мозгов не останется. А, тут... А, вот это почини. Ну, это фигня, это растительная тема. Вот это вот имбо. Хоньк. Разбудил. Время мороженого! Смотри, что пришла? Я пришла 3 месяца. Ты спал 3 месяца. О, дощак, ну где мое мороженое? Это не мороженое, дядя, это зомби вернулись. Посмотри, тут все расхерачено. Ох, ёкарный бабай, жареные гвозди и те же пассатижи, о май гад. Что случилось? Почему это случилось? Ну, короче, все, к твоей дорожке пришел капец, мужик. Найти клуес. Что такое клуес? Будет новое растение? Нет, да отдайте бамбук, я не хочу за этого гороха играть. Чё? А, о, конусы появились. Это естественно, что конусы сильнее, чё? Показывайте вы, очевидно, электроники. Так, эту, значит, линию ещё защищать будем. Без подсолнухов. Челлендж. Хотя, ладно, я уже выставлял подсолнухи. Тьфу. Так, давай. Оплёвываем. Так, имба. Блин, звуки приятные такие. Чё у нас, кстати? А. А, я думал, это пауза. Ну, не, это... А, это я понял, это баг. Ну, ладно. Ждём-с. И здесь все нормально. Теперь никто не пройдет. Наверное. Ну. Чего? Опасно. Да ты куда? О, видно же, что здесь зомби больше. Ну ладно. Это и... Дорожка зачищена.
О, господи, нифига, сколько надгробий. Они, получается, разные бывают, но это логично. Большие дают много, средние дают средние, маленькие дают маленькие. Маленькие. Блин, короче, вы поняли. Это очевидно. Давайте. Чё они ищут? Я так и не понял. Короче, он нашел. Молодец. Нормально. Зомби нападают снова. Короче, за фокус coming for neighbor, или буду так. Смотри, я нашел Патриси. Эта газета говорит, что 2 дня назад короче, зомби пришли в Нейборвиль. А, опять, короче, пришел фиолетовый туман, из которого вышли вот эти маленькие придурки. И, короче, это все доктор Зомбол затеял. Миша на входу, короче, за фокус комин. Вон, и, короче, я не знаю, как ты, короче, ни хрена себе, у него очень большой туман, все, нам кирдык, зомби нас съедят. Ну, что с ней сейчас, не дай, что знаю, дай мне так, с собакой. Иди в жопу, и давай пойдем, этот, зомбот джимская. Play strain data mines. До сих пор нет растений, вы чё? Дайте растения, собаки. О, да, а чё бамбуки только на этих линиях? Ну ладно. Всё. Будем проходить без... Да ёпа-ла-ла-ла-ла-ла. Извиняюсь, что я немножко запинаюсь. И иногда говорю рифмы. Я просто давно видео уже не записывал так. Да я... Ой, ща. Пришёл я с тренировки-то. Так что не обращайте внимания. Да. О, наконец-то 2 волны, кстати. Нет! Ах, их не съели. Кстати, это же мини-игра такая была. Ну, в демо-версии. Ободран называлась вроде. А, нет! А чё он его ел и перестал есть? Чё, перенравился? Было вкусно, стало невкусно. О, нет, конусяндры идут на... А, ладно. Крохострел с конусами справа... А, съел, смотри, съели собаки. Съели собаки-то, ладно. Надо что-то делать, надо что-то делать. Ладно, этому кирдык, короче, давай. Да пофиг, пусть его съедят. Давай, косилку. Первое... Так сказать, это первая потерянная косилка. Дорожка зачищена. Много маленьких надгробий. Давай, быстрее. Так, у нас выполнен квест. А, сейчас они декорации зомби будут? Да, они будут устанавливать декорации зомби. Панк, неплохие. Ну, стандартные, ну, обычные самые. И чел говно. Я беру вот этих рок-н-ролльных. Мне они больше нравятся. А где Патриси? Смотри, что с растениями. Че? Короче, это шип. Я его скриню. Короче, охрененная победа. Короче, дайте мне лимонадную стойку. Задолбал, давай. Зачем тебе лимонадная стойка? Лимонейд брейк! Зачем ему? О, наконец-то бамбук возвращается, ура! Ждем-с. О, виноградик. Это виноградик. Он, да, он был еще в 3D-версии. Это, короче, виноградик из... сейчас помню, из PvZ Heroes. Да-да-да. Дайте мне солнышки. Суперядерные ягодки. Так, сюда поставлю ракетчика. Я думал, что это вот эти говорят. Брэйнс, вот так. Так, ладно, афганский бамбук. Давай. Мочи. А, в смысле? А, не, нормально. Ня, ия. А, в смысле? А, он сам активируется, ладно. По лицу видно, что прям заряжен, готов всех убивать.
Виноград, давай быстрее. Или нам капец. Виноград, виноград. Еще солнце давай. Солнце, спасибо. Спасибо. А теперь можем просто ждать виноград и смотреть, как они жрут орешек, бедненькие. Ням, ням, ним нам, 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 ним, ним нам, 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 ним. Все, виноград пошел. На, молодец. Дорожка зачищена. Дорожка. Ну да, дорожка. Че я хотел сказать? Вроде правильно сказал. О, господи, ед, ёп. Ладно, грабли. Ладно, там халапеньо или там вишневую. Ладно, там вот вишневая бомба, там в китайской версии была, или солнце. Зачем ледяной перец из... снова же из Pavza Heroes, который позже появился в... сейчас помню где. Ну, во второй части. Перец еще один, зачем нахрена? И вот это вот вообще, что это за... что это за тарелка? Ну ладно, ладно, так. Кстати, это последнее задание так-то на сегодня, потому что вот мы получим какую-то вкусняшку. Давай. Ставь лимонад на стойку. Говно. О, какой приятный звук. О! Ладно. Я выбираю этот. Или этот. Я поклю... Вот это выглядит хреново. Вот это выглядит... Вот это. Как-то по-индийски, что ли, непонятно. Ладно, давай этот возьму. Индийский. О, это хороший лимонад, мои мозги мечтают о лимонадном, короче, о лимонном холоде. Вернемся в базу доктора Замбоса. Ну, вернулись. И чё? Тугбат! И где же ты был? Тугбат! Все это 3 месяца! Этот ёбнутый, этот долбанутый Дэйв просто нюхал така, и я сказал, не жрать это така! Догбат. Он, короче, ты чё, дебил, что ли? Но он со своим, Дэйв со своими растениями никогда не остановит меня. Ведь я придумал летающий туман вакуум! Это просто охренительная идея! Нифига себе, я, конечно, заговорил. Эврик, Эврика! Я сделал летающий туман-вакуум. Круто, но зачем? Ну, по приколу, погнали в мой... на мою свалку, что это? Ладно. День первый пройден. Ура! Все, мы прошли первый день. О, имба. Короче, мы прошли первый день, нам дали сундук с Brawl Stars, в котором выпала щедрая вкусняшка. И так вот, мы прошли, получается, первый день, мы посмотрели, что это, что из себя представляет третья часть. Скажу честно, мне довольно понравилось вот дизайн вот именно героини. О, а, боже, не буду менять. Короче, вот дизайны героини мне нравятся. На них жмякать, правда, нельзя. То есть они... На них можно жмякать, но они никакой реакции не будет там. Не будут какую-нибудь фразу говорить или так далее. Игра длиннющая. Возможно, затянется у нас на серии 50, если, конечно, буду снимать ее дальше. А дальше я, наверное, ее буду снимать. Потому что, ну, контента немного. На 9 уровне... О, не надо. Я не хочу. Да нет, не надо. Ну, ладно. Короче, игра зашла. Сейчас мы вот случайно я запустил уровень по факту. Да. Вернулись грабли, которые больше человека в раз так 5, наверное. Так, ставим ракетчика. Ну, точнее, афганский бамбук, я его также теперь называю. Ну и короче, игра зашла. Дизайн Джастини мне, правда, не шибко зашел. Подсолнух норм, орех норм. Ну, с горохострелом они, конечно, там, они его изуродовали. У них всех почему-то глаза больше. Я не знаю. Один глаз вот такой маленький, а другой просто вот в стратосферу улетает. И уже скажет, Руслан, ну ты же фанат Pizza Tower. А там такая же стилистика. Что тебе здесь не нравится это? Люди, это Pizza Tower. Игра, у которой вот такой стиль. А PvZ, у которой стиль не такой шибанутый.
У него должен быть такой приземленненький стиль. Не надо нам такое. О, ни хрена себе, он сплэшем дамажит, кстати. Неплохо. Ням-ням-ням, поешьте орех. А, в смысле? В смысле? Прорывают? 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 Нет! 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 Чё даже? Ну ладно, давайте проигрыш посмотрим. Позорище. Не я позорище, позорище вот это. Что это? Ну, музыка прикольная. Ладно, все. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео, если они будут выходить, конечно. Ну и что ж, всем удачи и всем пока. У-у-у.